Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди, на аппарате Инфра. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, потому что мы на пути обратно в офис. И мы прибыли в интересное место, точнее странное. Здесь такая ловушка, которая непонятно как активируется. Где-то какие-то, по идее, должны быть датчики, что ли. Лазеры там, не знаю. Да вообще можно было просто здесь перелезть, вот так вот и спрыгнуть, и все, и выйти. А хотя нет, там тоже. Мы как раз попали бы в ловушку. Ну ладно, здесь тоже есть дверь-выход. А еще Angry Birds. Ну подождите, эта дверь в другое место ведет. Ладно, сейчас разберемся. Что это, какая-то игра? Что? Что это было? А, вот здесь видно датчик движения. Тревога. Да что такое? Надо как-то отключить это. Так, нужно ввести код. А я никакого кода не помню. Двери. У нас нет разрешения, чтобы открывать дверь какую-либо. Сенсоры. Так, это просто лог событий. Яд? Какой яд? Так, нам нужно какой-то пароль найти. Опа-па-па-па-па-па. Это что такое? Землетрясение, что ли? Подземелье Стальбурга. Стоп, я батарейки хотел взять. Ты чего закрылась-то? Да блин, не получается их взять, закрывается. Ну ладно. Так, тут у нас вообще матрица. Вот, может быть здесь что-нибудь найдем? Нет, это просто газета. Так, можете я как-то сломать? Так-с. На самом-то деле я не знаю, что тогда делать. Нам надо все это как-то сломать. Но здесь ведь нет никакой подсказки, никаких цифр, никаких чисел, никаких паролей. Это просто новости, просто сайт новостной. Интернет равняется свобода. Интернет.ts. Так, неверный код. Вы, скорее всего, шпион, агент правительства или какой-то чертов бездомный. Иди домой и никогда не возвращайся сюда снова. Опа, стоп. А вот пароль. 6832. Я не заметил, даже его был. 6832. Ну, попробуем. 6832. О, вот это хорошо. А теперь мы можем дверь открывать? А-а.
Ну, по крайней мере, уже что-то. Что такое? Я ведь выключил тревогу. Может быть, внизу теперь сможем пройти? Да как... А, вон датчик. Блин, я слепой. Ребята, я просто слепой. Я тупо не замечал этого датчика. Я конкретно слепой. Это просто жесть, какой я слепой. Почему-то только сейчас я его заметил. А почему я раньше не замечал? Видимо, уставший просто был. А я всегда уставший. Кого я обманываю? Ладно, надо же найти оправдание своей невнимательности, конечно. Так, ну я не понимаю, я ведь выключил тревогу. Или это я не то сделал что-то? Эй, а почему опять включена? Какой там был? 6832. Опа. Это вот та дверь, которая справа от нас сейчас. А, мы все теперь можем от... Нет, не все. Ой-ой-ой. Некоторые двери мы можем все-таки открыть, а некоторые нет. Так. Так, может лучше не подходить туда, чтобы не срабатывала сигнализация. Вот эта дверь вроде как должна была открыться теперь. Да, хорошо. Прогресс все-таки есть. Хоть какой-то. Так, не беспокоить. Хм. Да взял бы просто окно, выбил и все. Так, босс и его сумасшедшая система безопасности. Письмо от Стефана Андерсена. Наш босс параноидальный маньяк. Не знаю, что он прячет в его компьютере, но его система безопасности невероятная. Я имею в виду все эти разнообразные коды, которые мы должны запоминать, и яд, черт побери. Серьезно. Какой-то бездомный парень обязательно умрет в какой-то из его ядовитых ловушек. Он даже самостоятельно пытался внести изменения в исходный код программного обеспечения. Теперь это какое-то безобразие. Вчера Энтони имел проблемы с доступом в ванную комнату. Так что ему пришлось выбираться обратно. А, то есть он застрял, получается, в ванной комнате, ему пришлось выбираться обратно, и он упал в чертов канал. В качестве мести Энтони построил кирпичную стену перед дверью в офис босса. Он так разозлится, когда увидит ее. В любом случае, новый код безопасности 1970. А код к сенсорам такой же, как номера снаружи здания. Не забудь принести еды и выпивки для той вечеринки в Ясни Холл, 1970. Это нужно запомнить. И номер снаружи здания. Что за номер снаружи здания? Ладно, пока что мы можем здесь походить. Давайте походим. Потом уже введем. Получается... Твою ж дивизию. Вот это и есть кирпичная стена, да? А вот это вечеринка. Ясни Пати. Какой там номер снаружи здания? Это нужно выйти как-то наружу, во-первых. Ладно, 1970 придется ввести сейчас.
Опять включилась система. Ага. Вот оно что. Стоп, подождите, а двери? Может быть, мы теперь двери можем открыть? А нет, сенсор. Это нам нужно найти теперь номер здания. Вот они, чтобы отключить их. Так, двери я же только что все пооткрывал. Они сразу заново закрываются. Что за безобразие? О, вот так-то лучше. Так, номер снаружи здания. Ну с какой? А, вот, 1245. 1245, отлично. Сейчас мы это введем. Я думаю, сенсоры уже отключатся. Серьезно, не можешь здесь забраться? 1245. Отлично, может быть, теперь мы сможем открыть эти двери? Нет. Ну, по крайней мере, теперь сенсоры не будут срабатывать. Да, превосходно. Ух, ловушка какая опасная. Так, а там дальше мы поверху можем осмотреть что-то? Давайте просто чисто из любопытства посмотрим. Так, вот сюда можем выйти, хорошо. А сюда как раз-таки не можем. А, так подождите, это... А, ну вот, мы просто по кругу обошли. И все. Может, нам наверх залезть нужно? Хотя, вряд ли. Для этого ящик пришлось бы откуда-то притарабанить. Ладно, пока что у нас вроде как один путь, только вниз. Фух, открыто. Я уж думал, заперто, и придется наверх сейчас лезть. А зачем наверх? Что, нам в канал разве что прыгать? Чисто из любопытства. Давайте посмотрим, что тут. Опять Мишка. Что-то с этими мишками не в порядке. Определенно не в порядке. Так, слушайте, а там что? Мишка, что ли, еще один? Мишка с бутылкой пива. Так, ну там пар или даже какой-то яд, так что мы там не выползем, наверное. Да и куда мы вообще ползем? Мы, наверное, сразу же умрем, да? Давайте просто из любопытства сохранимся и посмотрим. Да, сразу моментальная смерть. Я просто думал, возможно, у нас будет несколько секунд, чтобы оглядеться хотя бы по сторонам там.
Ну, я не знаю, как эту ловушку отключить. Так что ладно, утопываем отсюда. Эй, помогите! Выпустите меня отсюда! Заперто! Убежище? Бомбоубежище какое-то. Так, а, туда мы не пройдем дальше. Ой-ой-ой, так, не надо падать. Так, ну здесь, наверное, тоже заперто. Так, что-то где-то коротит, я слышу. Насколько здесь глубоко? Вот здесь, в принципе, можно пройти туда. Но я не знаю, нужно ли это делать. Давайте пока что запомним. Что туда можно попасть. Но пойдем вверх. Ну, а вверху тоже, да, решетка. Но еще можно пройти дальше. Легенды подземного города. Мифы Стальбурга. Ну, походу, выбора у нас нету сейчас. Придется спускаться в канал. Так, а здесь куда? Туда, наверное, надо, да? А что, с этой стороны? А, и сюда можно пройти. Какой-то там туннель. О, ящик, давай, 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 ящик нам понадобится по-любому. Может быть, даже где-то здесь. Или нам вот сюда нужно перебраться. Да нет, там мы не пролезем, даже в приседе. Так, ладно, ящик, ты пока постой здесь, давай посмотрим, что у нас. Нет, дальше мы не пойдем, там, наверное, мы утонем. Хотя там вроде что-то есть. Какие-то инструкции, которые еще попробую прочитай. Так, лог-файл. Годовая инспекция. Отчет. Канал все еще воняет. Хороший отчет об инспекции.
fascinating. История Стальбурга. Так, так что у нас здесь вообще ничего? А, ключи. Так, врата и врата. Помни, возвращай ключи на место. Да-да, обязательно. Когда-нибудь, потом, в будущем. Так, сюда мы можем... Воу. Так не должно быть. Вот-вот. Но здесь есть вентиль. Ой-ой-ой-ой, так, нет. Я думал попытаться вот тут прокрутить вентиль. Хотя, может быть, мы бы и успели это сделать. Черт его знает, надо сохраняться и проверять. Природный газ. Так. Огонь мы устранили. Но, походу... Теперь мы дышать все равно здесь не можем. А если мы присядем? Да, вот так лучше. Блин. Так, протечка там. Там везде искрит, коротит, так что мы там в любом случае пройти не сможем, по идее. Может, нам пока что сюда не топать? Да-да, но что мне делать-то? Нет, походу нам нужно сначала куда-то в другое место. Может, как-то напряжение вообще вырубить? А потом уже вернуться сюда. Да, скорее всего, так и нужно. У нас в любом случае есть, где еще что можно посмотреть, где еще можно побывать. У нас еще ключ есть один от каких-то еще одних врат. Так, еще ящик. Зачем нам может понадобиться ящик, пока что я не знаю. Куда забраться, вон туда наверх, что ли? Так, здесь... А, я думал, от врат каких-то... Хотел сказать, что здесь замок. I have like a ton of these things already. Так, сфоткаем на всякий пожарный. Sounds like a great place. Так, коротит, лучше не подходить. Наверное. Так. There we go. Отлично. Пожарная тревога. А зачем я это сделал? Что это нам дало? Так, подозреваю, что ящики нужно выстроить вот здесь. Зачем я тут спускал тогда вниз? Ну, поднять его не проблема. Еще один ящик здесь тоже есть, но нужен третий в таком случае. Я не думаю, что с одного ящика мы сможем туда забраться. А, вот же еще один ящик. Превосходно. Тогда никаких проблем. Так. Ну,
Ну так мы не заберемся, не. Не смогу тот никак приподнять, подцепить его, не. Ладно, придется за ним топать. Или давайте вначале пройдем уже сюда, посмотрим, что мы тут найдем. Нет, здесь все еще небезопасно. Я-то думал, что я все полностью вырубил. Так, вентиль. Пускай здесь лежит. Так, можно тебя как-нибудь куда-нибудь вот туда закинуть? А вот так вот тебя поставим сейчас. Ну, вот так, все, лежи. Так. Ну вот и все. Так, что у нас здесь? Ничего. I still have 9 packs of batteries left. Открыто. Так, туда мы, видимо, тоже попадем. И оттуда уже выберемся в город. Скорее всего. Так, ладно, давайте осмотрим сначала это помещение. Грибы нарисованы, опять-таки. Так, врата 1, врата 2. Что-то нам дало? Черт его знает, если честно. Так, дайте угадаю, здесь все заперто, да? Само собой. Так, врата, которые управляются дистанционно, должны были быть здесь, но вместо них вообще деревом заставили. Так, если мы понизу пройдем, то, наверное, там сможем подняться, но понизу-то мы здесь утонем. Хотя там, если на трубу спрыгнуть, то по трубе мы сможем вот сюда куда-то добраться, наверное. Черт его знает. Вообще можно было и здесь пройти просто. Так, и там грибы нарисованы. К чему бы это? Так, я не помню, как они были, когда я пришел. Один был, по-моему, вот этот правый вверх, левый вниз. Или нет? Черт его знает даже. Слушайте, можем с собой взять ящик, пойти туда, поставить его на те железяки, чтобы по ящику пройти дальше. Даже не знаю, хорошая ли эта идея.
Нам ящики здесь нужны. Нельзя никак вырубить. Ой-ой-ой-ой-ой! Чё я наделал? Так. Так надо или может лучше выключить всё-таки? Огонь вроде как не распространяется. Я-то убежал, подумав, что сейчас еще взорвется все. Of camera batteries. Так, ну я даже не знаю. Получается, нам нужно сюда, но здесь опасность. Ой, ёпарс, это газ. Так, давайте подползем, просто посмотрим. Если там ящики поставить, то что тогда? Ну, то есть мы перелезем через вот это препятствие первое. А здесь нельзя никак вырубить все это. А, вентиль сюда нужно, вот. Но этим мы, скорее всего, просто откачаем газ. То есть у нас будет возможность выпрямиться, встать в полный рост. Что там написано? Не открывай, протечка. Кроме того, я забрал вентиль. Поэтому ты не сможешь открыть. Так, давайте лучше сохранимся. Я хочу попробовать обратно этот открыть вентиль. Посмотреть, что произойдет. Но, возможно, все это просто взорвется к чертовой бабушке. Ой! Твою ж дивизию! Жесть. Смотрите, походу... Блин, я вздрогнул так, ребята. Офигеть. Походу, так и нужно было. Теперь открылся щиток, и мы что-то сможем сделать. А может быть и нет, не сможем. Блин, нет. Ничего мы не можем сделать, елки-палки. А, не... Во! Мы можем теперь двигаться дальше. Превосходно. Прогресс есть. Хорошо. Вот это нам нужно. Жаль, что нельзя его использовать.
Так, подъем наверх. Хорошо, наверх мы сходим обязательно, но вначале снизу нужно осмотреться. А тут что-то... какой-то гадостью все завалено. Ну, тем лучше. Ой, какой я неаккуратный. Получил приказ остановить этот завод. Иди открой коллекторы, коллекторные дамбы, пока я извещу медиа. Так, ящики здесь просто так, по ним никуда не заберешься. Так, отсюда мы не выберемся, к сожалению, никуда. Или выберемся? А, выберемся. Во, хорошо. Хорошо. Заперто плохо. Плохо. Так, здесь мы осмотрим сцену вначале снаружи. Так, дистанционно управляемая дверь. Вот так быть тоже не должно. По-моему, я даже где-то музыку слышу из города уже. Так, ящики так стоят, как будто бы нужно залезть на них. Эй, есть там кто-нибудь? Помогите, выпустите меня. Не хотят помогать. Так, лифт застрял. Никакой кнопки нету, чтобы его вызвать. Тут в картишки играл. Если у тебя получилось пробраться через этот протест, иди и скажи управляющим в городе, чтобы проверили этот коллектор. Что еще здесь полезного? Ничего, в принципе, полезного не замечаю я здесь. That makes 10 packs of batteries for the flashlight. Опа, так. I don't think I can fit these in my pockets. Понятно, мы можем управлять сейчас вон той штуковиной, только зачем? Так, давайте посмотрим, куда нам может вообще... Что нам с ней нужно сделать? Вот туда ее отправить. А там что?
Кто-то еще следит за нами, что ли? Сломано. Не работает. Что я сделал? Зачем я это нажал? Топливо, что ли, нужно сюда? Слушайте. Это не то. 5 литров. Может, сюда другое какое-то надо? Может, я вообще ерундой страдаю? Так, эта развалюха нуждается в новой батарее. Снова. Уговори наших боссов, чтобы предоставили нам новый вилочный погрузчик. Новая батарея нужна. Окей, посмотрим. Вот она, кстати говоря. Куда ее вообще вставлять-то надо? Сюда? Ой. Так, что теперь? Может быть, теперь залить сюда топливо, что ли? И что с тобой сделать? Ну все, батарея новая есть. А, ключ нужен. Хе-хе-хе. Ключ, ну само собой. С его помощью мы поднимем ролету. Ой-ой-ой. Но меня интересует вопрос, что делать вот с той штуковиной? Зачем она нам нужна? Ну, допустим, мы ее туда подвезем, вот сюда куда-то. И чего? И зачем? Попробуем еще вот это на всякий случай. Чисто на всякий пожарный. Во. Так. Все равно без ключа ничего не получится. Ладно, попробуем что-то сделать. Сейчас. Так. Давайте опустим, во-первых. Может, там что-то лежит. Нет, стоп, это не опускать, это... А что, ниже нельзя? Что там внутри? Есть там что-то или нету? Может быть, там ключ как раз валяется. Да вроде... О! Что это было? Вот что это такое было? Ну, ладно, давайте просто его подтащим тогда в ту сторону. Ну, например, вот так. Да ничего тут нету. Ну зачем тогда нам это нужно?
Воу. Эй, полегче. Какой кадр получился. Так. Ну это плохо, потому что теперь, если мы подойдем поближе, нас долбанет хорошенько и все. И кранты. А здесь нигде ключей нету от погрузчика. Блин, ёпарасете. Нет, это вход в коллектор. Вот это, наверное, ключи от погрузчика. Как я мог не заметить? Я сегодня вообще, ребята, кошмарно невнимательный. Блин, так, нету штуковины, нужно как-то остановить. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, ну, по крайней мере, она не вертится. Пускай там стоит пока что. Так, где еще была дверь какая-то? Там сзади надо посмотреть. Во. А можешь сюда как-то сесть? Во. А как бы мне подъехать поближе? А, кажется, я понял. Нам нужно толкнуть вот этой штуковиной этот погрузчик просто и все. Вот оно что. Но я об этом уже думал. Выше нельзя поднять. Так, теперь мне нужно вот сюда. Так, а ну-ка посмотрим, потому что там на мониторе не очень хорошо понятно. Нет, надо чуть-чуть на себя. Где-то так. Вот. Так, выключить нельзя его? Заглушить? Ну ладно, нет так нет. Фух, мы выбрались. Превосходно. Ну хотя нет, еще походу не выбрались. И велосипед для красоты между байками так рядышком. Так, давайте осмотримся хорошенько здесь. Нет, не заберемся сюда. Так, ящики стоят, я думал, специально, чтобы сюда забраться. Хотя, зачем нам сюда забираться? Разве что перепрыгнуть куда-то? Блин, ёпарасота, испугался этого рисунка. Да, бывает. Вон та дверь мерцает, значит, мы ее сейчас откроем. Can't carry any more of this. Так, туда нам нужно. Это проход в метро. Окей. Значит, первоначально осмотрим все здесь. Опять Мишка, да что с ним не так? Вездесущий Мишка.
Так, это мы можем назад вернуться, но зачем? Кстати, подождите, а здесь... Была вот эта дырка? Или не было? Потому что я сюда подходил, и я не помню, чтобы здесь дырка была. Может быть, что-то сломалось, и туда железяка упала просто? Неужели я настолько невнимательный? Хотя да, сегодня я ужасно просто невнимательный. Вообще, прям кошмар. Так, в общем, использовать то для того, чтобы насосы включить на фабрику по производству грибов, что ли? А второе, коллектором на фабрику сломано. Не забывай выключать и включать, переключать, в общем, их между собой. Так, ну допустим, в коллектор нам нужно, да? Труба R1. Черт его знает, ладно, пускай. Вот так будет. Труба R3. Это что такое? Там вообще перечеркнуто. Может, не надо? Не трогай, или ты будешь страдать. Окей. Не используй трубу R2. Допустим, ее выключим сейчас. А, пометка, включи это. Не могу понять, то ли я сделал правильно, то ли неправильно. Ладно, пока что пускай будет так. Так, давайте выйдем еще, осмотримся здесь. Так, ну здесь музыка играет. Мне прям любопытно, что там такое. Опа, что-то я нашел. Another geocache. Тайничок. There's nothing inside this one either. И ничего в нем нет. Ну так нечестно, зачем он нужен тогда? Ладно. Так, куда я иду? Ничего не вижу. Опа-па-па-па. Стоп. А, блин. Ничего не вижу, куда я иду. Сейчас упаду еще.
чего там? Ай, непонятно. Вот там мы вроде как не залезем, наверное, по той палете. Нет смысла туда прыгать. Ладно, у нас есть куда идти, в принципе. Хотя я не удивлюсь, если мы сейчас спустимся вниз, а там опять будет перед нами просто запертая дверь. Metro maintenance access. That's convenient. And it's locked. Так, я прям провидец. Я просто провидец. Нам нужна карта доступа какая-то. Так, а вот это нехорошо. Так, там я вижу вентиль, обязательно его повернем. Блин, слушайте, здесь, наверное, очень опасно. Прям очень-очень. Блин, нельзя поднять его. That should do it. Так лучше, чем? Так, ну по крайней мере мы не задыхаемся здесь, то есть... Я думал, здесь на время будет. Черт, угораздило же нас упасть куда-то, а? Так, а вот там мы, видимо, не пройдем, да? Ага. Здесь вот сюда проходит. Разве что пробежать, может быть? Черт, ничего не вижу из этого мха. Блин, я очень надеюсь, что не будет лабиринта здесь, хотя уже вроде как лабиринт. Мы можем пойти туда вправо по трубе, можем пойти сюда, можем... А нет, сюда мы не пойдем. И вроде как даже сюда нам не нужно, да? Ну, тем лучше. Тем лучше, тогда я знаю, куда нам надо. Не знаю, сможем ли мы забраться на трубу сейчас. Так, здесь, походу, на время, да? Или нет? А, нет, я думал, зеленый, когда газ идет, нужно как-то пережидать его. Куда мы пришли? Опять упирались в стену в какую-то. Так, к грибам нельзя подходить. А, вот сюда нам нужно. То есть газа зеленого бояться не стоит. Нужно именно грибов бояться. Окей. Мне кажется, ли я здесь уже был? Вот здесь вот я упал, офигеть. Я по кругу просто прошел. Твою ж дивизию. Держите запертой все время. Зачем? Что она дает? Черт его знает, ребят. Ну ладно, давайте разбираться с вами будем уже завтра. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.